Приветствую, господа. Итак, у нас стал доступен мод. Мод мустангов. Их тут парочка. Давайте приобретем. Вот у нас 4 на 4. Двигла. Коробочки. Подвеска. Колесики. Давайте лебедочка. Дифференциал. Шноркель. Модули доступные. Пойдет, но поподробнее мы на этом, господине, как говорится, остановимся. Давайте вездеход, не знаю, там двигатель самый мощный, не мощный. Лебедочка, давайте подлиннее, дифференциал, шноркель. Любой, в принципе, они оба смотрятся хорошо, прекрасно, скажем так. Так, манипулятор, платформа. Так, для средних бревен ничего нету, ладно. Может быть, потом добавим. Так, декор, ничего. Цвета, ну, цвета такие стандартные для РСК, да, у нас. Ну, КамАЗик на классическом таком цвете. Так, рано его завел. Ну, звук стандартный от Азова. Давайте модельку посмотрим. Снаружи. Классно, классно. Отлично. Снаружи прям зачетон. Магнитолочка пойдет. Салончик у нас. Отделочка. Все круто, все классно. Такой стандартный гудок. Понятно, понятно. Ладно, пойдет. Давайте заведемся, прокатимся. Я тут полуприцеп приготовил. Сейчас снова зацепим и немножечко с вами прокатимся. Бак у нас на 500 литров, но это многовато, конечно, но сейчас прокатимся, посмотрим, как он кушает все это дело. Хорошая моделька. Теперь у нас будет такое еще немножечко разнообразия для доставки наших поручений, контрактов и так далее. Это хорошо. Разнообразие. Это всегда круто. Свои 30-40 километров в час, я думаю, мы спокойненько будем кататься по такой более-менее нормальной дороге. Это пойдет, ладно. Давайте у нас будет такой немножечко наш тестовый полигон в кавычках. По проходимости пойдет. Я думаю, это мод тут особо прям. Неважно, как он тут будет летать, не летать по грязи. В принципе, нормально пойдет.
Ой-ой-ой. И у нас заехали не туда. Ладно. Давайте поставим у нас час дня, чтобы было посветлее. И прокатимся вдоль фермы. Ну, как обычный наш такой маршрут. Наверх и к гаражу. В горочку заползем, посмотрим. Нормально, 40 километров на 5-й передаче пойдет. Мы практически никуда не прокатились, уже почти минус 70 литров. Нормально, хороший такой жор у него. Хороший такой, хороший достойный мод, мне нравится. На нем тоже будем с вами кататься и что-нибудь интересненькое возить. Определенно стоит на нем покататься, что-нибудь повозить. Единственное, так сказать, для полного счастья не хватает вот этого модуля для средних бревен, но думаю, это не проблема, и может быть в будущем автор допилит данный модуль, а может быть и нет, но и мы, как говорится, не сильно расстроимся, если его не будет, по крайней мере я. Ладно, вот такой вот пак мустангов, 4 на 4, думаю, прям супер не будет отличаться с 6 на 6. Но покататься на нем тоже можно будет. Поэтому спасибо за просмотр, господа. Подписывайтесь на канал. И мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте. Пока-пока.